У адміністрації Гомельської обласної бібліотеки кажуть, що коли 2 роки тому упершиню створили культурно-забавляльну сімейну програму, об таким поспіху навіть не марили. Ідея сподобалася як навідувальникам, так і самим працівникам установи. Сёлета яны не толькі прапанавалі, але і на практыцы рэалізавалі шэраг новых праектаў. У 2015 годзе Івана Фралова была самай маладой удзельніцай праграмы. Тады ёй быў усяго 1 год. З таго часу яна з маці пастаянныя наведвальнікі мерапрыемства. Здесь атмасфера праздніка, здесь такая маленькая сказка. Можна всё узнаць от А да Я, да? Пасіціць майстэрскую можна, чытальны зал, ёсць віктарыны. Новый год у бібліятэцы проект у пэўнай ступені асаблівы. У свой выходны работники установы займаюцца популяризацией друкаванай книги и нават рассказывают об выніках даследования у гісторыі правопісу. Форма доступная для детей во ўзросце от 2 до 11 годов. Гэта мэтавая аудитория святочной программы. Хоть шмат цікавага могут даведацца и люди больш старэйшага ўзросту. Урэшце, Новый год – сямейнае свята. Сюда приходят и мамы с детками, и бабушки, и дедушки приводят сюда своих внуков. И на каждой нашей площадке интерактивный. Всегда в основе лежит книга. Вядомы выраз «тишиня» повинна быть у библиотеки на гэты раз оказался неактуальным. Энергию детей не стримливал никто. На протягу нескольких годин калядный фотосалон, студия «Мехензи», салон причесок и майстер-класс по вырабу новогодних подарунков своими руками. Не глядяши на такую разностайность пропанов, многие сдолили наведать практично усе программы. Мне нравится делать подделки тут. А мне нравится рисовать и делать поделки. Конечно, сама. Мы еще тогда слушали сказку про букву Ё. И еще мы сегодня ходили делать вот такие узоры снежинки. Но правда, они немножко размазались. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».